Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами, естественно, продолжаем. Как всегда, у нас ограбление по плану. Наконец-то мы будем грабить настоящий банк, где действительно много барышей. Лабораторию, хорошо. Это на самом деле... Блин, это 540 тысяч... А что за лаборатория? Что мы туда будем грабить? Скажи мне, браток, маленькие такие... Сколько ты процентов получишь? Маленькие такие стержни зеленые, да, которые излучают... Урановые, излучают тепло слегка, но потом, если много, и особенно если к сердцу приложить, то они, скорее всего, больно сделают, браток. Я бы они так сказал. Они больно не сделают, ты нихуя не почувствуешь. Да? А вот буквально через секунду... 40-50 через минуту. У тебя нахуй руки отвалятся. Ты нахуй можешь в кашу превратиться, братишка. Так, так. Сталкер прошел, нихуя продирается. Браток, мне это нравится. Смотри, какие плюсы в каше. В каше тебе. Ты сдохнешь сразу. Стоп. Я. Какую кашу я превращусь? Давай сначала подумаем. Я люблю гречневую, а ты какую любишь, братишка? Манну он любит. Не, такую кашу я не готов превращаться. Если в дерьмо превращаться. То есть гречневая это как козье говно, блядь. Нет, а как... так, это уже ты крупу на мою крупу крошишь. Ты зачем крошишь мою крупу на крупу? Так, не кроши. Пилот. 15%. Так, исправляем быстро. Потому что я тут самый крутой, Вася. Как я распизделся, хорошо, да? Знаешь что? Мы делаем вот так вот, тык-тык. Так. Потом делаем вот так. Так. Ты вообще 5% достойно. Да! Да я. Блять! 5% у меня будет, браток. Знаешь, я достоин 5%. Да, я готов получить свои 5%, как настоящий фуфел, заслужить, так сказать, свою награду в плане. А какого хуя? Блять, а куда остальные проценты здесь мы найдем? Так, а где 30%? Ты можешь разделить их, кстати, между командой. Дай угадаю, у наших братишек, как так, всегда... Так, 30 на 3, блядь, а там тебе по 10 получится, блин, да ладно, по 10. Стоп, смотри, а у наших братков получается много денег? Да. Да? Да. Да ладно, так будет честно все. Что за хуйня? То есть каждый браток любит почтерить? Блин, я единственный тут, кто честный игрок, действительно. А? Ага, так, значит так. Я единственный честный пилотом, игрок? Пилотом. Так, вроде бы пилот вот этот вот нормальный. Так. Его... А, ты можешь сейчас как-то это, поделить, да. Что ли? Вот так, пилот. Так, стрелять нет, стрелять я нахуй не буду, это пиздец полный. Ты тоже пилот. Так. Себя я сделаю тогда... Наземная группа. Наземная группа, скорее всего. Две наземные группы, пилот и стрелок. Отлично, замечательно. Так. Все, вот так вот. Ага, все, погнали, ребятки. У нас наклевывается супер классное дело. Итак, доберитесь до Валькирии, десантируйтесь на парковку, взорвите панель управления, проверите лабораторию. А где же, заберите деньги, где же самый главный пункт? Это все заплатят за кучки, блядь. Что ж ты думаешь? Нам... Ты чё, браток, я чё-то ничего не понял. Значит, браткам самое легкоту, да, поменьше заданий. У них 3, у одного вообще 2 задания, у одного 4, а у нас аж... Ебать в рот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Так, так и надо! Да что это такое-то, браток? Слишком много. Я не готов к такому повороту, братишка, событий. Каждый выполняет то, что умеет. Я стреляю... Нормально, он стреляю. Будет меня стебать. Ты начинаем. Стреляешь, ну тоже нормально. Да начинай! Я уже. Не скажу, что... Да не могу, блядь! Где начало? Карта выйти, статистика, не понимаю. Там какая-то кнопочка. Во, все. Там какая-то крысиная кнопка, я бы сказал. Крысиная кнопка. Итак, тяжелый боевой, тактически скрытный. Я. Какую беру? Во-первых, я хочу быть модным, и братишка с иголочки. Если умирать, да, то с песней, как говорится. Поэтому Веспуччи, как Гуччи звучит. Ну что, все пилоты, что ли? Наземная группа, пилот. Ага, все, хорошо, да. Что взять-то? Так, бери, естественно, костюмчик с иголочки, браток. Мы должны...
Главное, чтобы костюмчик сидел. Я сколько раз тебе напевал эту песенку, а ты даже не понял смысла. Ой, да ебало ты меня еще как не хорошо. Либо под адидасовиком будь, либо, ну... Все. Отлично, братан! В 30 машины там листал, пока адрес не нашел. Ай, хорошо. Начинаем. Ты готов к самому лучшему делу в мире? А может, 4-й и 5-й лучше? Ну, ограбление, кто знает? Ну, кто знает, ребятки. Конечно, не лучше, потому что там, скорее всего, можно по миллиону срубить. А здесь мы разделяемся. Так, все, вы идите, давайте, пилотируйте. А мы... Налет на Human Labs, нихуя себе. Так, вперед, ты мой телохранитель, значит, так. Садись, Вандер Мудила. Вандер Мудила, так, за такие слова я сяду на свой мотоцикл. Ну, едь там, блядь, 100 лет. Ой, блядь, так и сделаю, братук. Ну ладно, конечно, сажусь, черт возьми. Ты же мой охранник. Ой, блядь, ты! Нихера себе. Нихуя... Садись быстрее. Нихуя себе паркуриста, ебаный в рот. Ну я не видел. А ты не ви... Ты, блядь, можно сказать... Ай, мудрый сейчас доебёт. Можно сказать, самый главный... Братан, я сколько тебе плачу, это телохранитель мой. Ты должен меня охранять от всяких неожиданных действий. Например, вот таких вот. Ой, блядь, что я надел так? А как же охранять меня? Ты сука, блядь. Я честно хочу пройти быстрее миссию, потому что мне очень интересно, что дальше будет. Вот, браток, вот... Блять, вот хочу играть, а не страдать по ней, как раньше, понимаешь? Блять, браток! Год ждал, блять, когда в GTA хоть что-то такое появится, нахуй. Так, я смогу. Моя гордость не знает предела. Моя гордость не знает предела. Нет. Макс, я не буду тебя просить возвращаться. Я не буду тебя просить возвращаться. Нет. Блин, я начинаю толстеть немножко. Ой, браток. Так, нет, мне кажется, надо назад побежать, блядь. Мудель, блядь. Так, по-моему, хорошее здание, браток. Как тебе, нравится? Что, если я его куплю? Что, если ты, блядь, пойдешь уже, блядь, сядешь, сука, отдай джойстик, блядь. Да ебал, сам добегу на машину, нахуй. Что, меняемся джойстиками? Ну ладно, давай, беги, нахуй. Беги! Ах ты, сука! Беги! Ах ты, сука, ты ебал! Беги! Да ладно! Беги, негр, беги! Ладно, давай, брат. Давай, блядь, жопу свою сюда неси, нахуй. Мудили. Ой, блядь, мы мудили. Ай, больно же, нахуй, ты чё? Мы мудили, блядь, я отвечаю, нахуй. Все, давай, меняемся. Если бы видели люди, какие же мы дураки, сколько мы тянем время, и что мы сколько должны... Сколько ты тянешь время? Да. Ты. Все, давайте адекватнее будем вести себя, ребят. Потому что, ну, действительно, это полный дебилизм уже тянуть время. А я читал ваши комментарии, вы постоянно пишете именно на одну тему, мол, да заебали вы на одном месте толочься, да. То есть, я понял, ребят, для вас самое главное, чтобы на картинке что-то так, происходило. Так, братки, походу, уже доехали, я так понял. Я все понял. Я на всякий случай буду стрелять. Это дает плюс 5. Да тут не надо стрелять. Тут надо доехать до Валькирии, которую мы спиздили миссию назад. Нет, это я помню. По-моему, я пиздил. Да, я ее спиздил, я вспомнил. А, ты как крыса, нахуй, спиздил. Ну, получается, я все призывал это себе, как девка. Ключая мышь! Мне это пиздец как не понравилось. Ты что? Я такую работу колоссальную просто... Ты нихуя не сделал, вот именно, блядь! Я влетел на миллиметр! Нихуя не сделал, я... Пиздец, просто нихуя вот... Я взлетел на миллиметр и приземлился, а мог не приземлиться, я мог взлететь, например, или вертушкой там задеть домик и взорваться. Кто? Мне, кстати, никто спасибо так и не сказал. Между прочим, о, спасибо за лел, ты не взорвался. Спасибо, что ты на этот раз не такой больше мудель, чем обычно, блядь, да? Да. Почему бы и нет? Все в ваших руках. В общем, как мы видим, братки уже добрались и... Ты как по карте посмотришь? Кстати, еще 3 километра. Хорошая идея. Ну ладно, браток, да, я знаю, я виноват, я как мудель поступил, но ничего, эти братки могут сами о себе позаботиться в плане... Мы, как всегда, даем им указания в плане работы, испытания, они должны... Давай будем уезжать от них, как тебе идея?
идеи на миллион, то есть они должны нас догнать. Да, идеи на миллион, опять кинуть миссию. Они должны будут нас догнать. Давай ты на редактор зайдешь и сам эту хуйню сделаешь. И каким-то неведомым образом заставить сесть в вертолет. Это действительно, это, бля. Да уж, это пиздец. А я как маленький браток буду обхаживать свою, типа, нау-нау-нау, я не хочу садиться в ваш вертолетик. Ни в коем случае, но я не сяду в ваш вертолет. Братки. Братки. Братышкин. Не, я всегда просто задумываюсь, как действительно вести себя, либо адекватнее, либо неадекватнее. И сейчас дело не в адекватности, а именно в тянутости. Мы тянем с тобой времени действительно много. Ты можешь это вырезать все, пока мы едем. Ты гений. Мы так и сделаем. Может, так и надо? А может, и не надо. Ну, конечно, я забуду 100%. А как мы видим, наши братки почему-то на месте. Они могли бы уже давно, между и прочим... И мы могли бы уже давно, но... Нет, они могли бы уже давно к нам прилететь. Или мы могли давно бы уже к ним приехать. Блядь. Либо они могли к нам уже давно прилететь. Но почему-то они захотели дождаться, чтобы мы... А мы могли, допустим, резко сейчас влево рвануть, а там уже и до воды недалеко. В плане утонуть. Увидал, блядь, по крыше проехал. Ой, блядь, Мудель, молодец. Я выхожу. Ты беги пешком, я доеду нормально. Зачем? Так, сейчас, Боротишкин. Сначала мы дойдем. Ну что, поехали. Пилот на своем месте, стрелок должен выбрать позицию. О! Пулеметы расположены сзади. Так, хорошо. Крупнокалибренное орудие управляет. Так, хорошо, хорошо, ребятки. Давайте. Да, как стрелять-то? Давайте посмотрим. Значит, так, надо протестировать вертолет. Во-первых, у вас страховка-то есть, а, ребятки? Я тебе сейчас страховку на твоей жопе выстрелю. Так, садись уже, сука! Так, страховки, я так понимаю, у вас нет. Ну, давайте посмотрим на ваши места, блять. Они немножко, как бы вам сказать, они немного загаженные. Я сюда не буду садиться. Мне надо выебнуться немножко и свою гордость я в жопу не засуну. Во-первых, надо обойти раза три этот вертолет. Для практичности. Я сел. Нахуй ты его вообще тянешь, блять? А хлопать где? Я мог бы сейчас треугольник дать. Хлопать, отдать, я не знаю, тебе пальму первенство за, блядь, за всю тебе. Блядь! Охуенно, да, кстати, так попадает? Ладно, ладно, ладно. Ну а ты что, первый раз стреляешь с пулемета, что ли? Мы, кстати, стреляли уже. Я не стрелял, я же стрелял. Да, 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 ну вел. Ну как ты вел вообще-то? Это я вел. Я же на платину-то прошел. Ты как девка не включайся. Так же я вел-то получается. А ты так, морально меня придерживал, любезно уступил мне вертолетик в конце миссии. Ты как крыса вот для него, прям в нем сидел, пока мы мочим вертолеты. Как вонючий, сука, сидел. Да, 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 ты угадал. А не надо было отвлекаться, надо было такой, блин, надо было думать только о своем вертолетике. Вот ты тоже мог сейчас забыть, между прочим, свой телефончик вот здесь. Я такой, я, блядь, твой сейчас нахуй заберу. Все, ладно. Забудь нахуй, забудь, блядь. Ладно, браток, доберитесь до зоны высадки. Да, продаю номер залево за 50 тысяч, братки. Ах ты девка вонючая. Как раз на бойку хватит, да. На две плойки, да? Себе и братишке, да? Тебе? И тебе, блядь, девка, ты... Нет, не мне, а своему старшему брату. И садилась на парковку. Блядь! Все, все, прыгайте, 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 вперед! Ой. Ой, что-то там какие-то звуки. Инопланетяне, что ли? А, нет, это всего лишь это, электричество стабилизонировалось. Так что, все хорошо, браток. Блять, надеюсь, не в лепешку. Слушай, я, по-моему, я могу в лепешку немного разбиться, нет? Все, я внизу. Так, все, я внизу. Да ты так-то... Делай, браток, ну ты чё? Так, итак, давайте посмотрим. Взорвать панель управления. Это очень легко делается, ребятки. Почему он меня не бежит? Не знаю, браток, наверное, кто-то плохо... Взорвите. Что значит взорвите? Ну ладно, давайте взорвем. Что-то не взрывается, браток. А ты не думал, что это хуй... Так, нет. Отходи, браток. Отходи, нахуй, отходи, блядь!
Ой, брат, я думал, блядь. Я ж сказал. Блять, а вот теперь давай-ка ты нахуй это. Браток меня прикроет лучше. Ты что? Как прикроет? Даже их бегать не умею, блядь. Так, одного да убил. Ёбаный насос. Одного убил. Так, стоп, у меня же есть жратва. Ты прикинь? Я же купил ее, ебать. Купил, ебать. Так дай покушать. Я покушаю, ты так, это, разбирайся, братишкин. А хули их на карте нет, блядь? Так, все. Все, прикрываю, прикрываю твою жопу. Твою черножопую, фуфельскую жопу. Так, 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 так. Учайте, девки. Вперед, 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 вперед. Как, какие тут накаленные бои, что-то, что-то люди тут падают с клубничным так, вареньем. Я возьму пулемет. А, почему-то стены тут дырявятся, я не знаю почему. А, теперь я да понял. Не дырявятся так-то. Не дырявятся, дырявятся. Осторожней, только осторожней, браток. Ух ты, охуенно. Да, мы тут же были в одиночке, как охеренно. Мы второй... в онлайне, сука. Мы уже второй раз здесь, охрененно просто, братышка. Хули ты зануда такой, объясни. Так, 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 погоди. Хули ты такая зануда, блядь. Посмотри, как охеренно, тут только обезьян не хватает, странно. Ты пиздец. Ты просто ходячий пиздец. Да я люблю тебя доебывать, если честно. Ну, смотри, обезьян-то нету. Все, это минус. Разве нет? Ну, обезьянок, блядь, нет, которые... Между прочим, я тогда еще шутил. Хули ты идешь медленно, Ой, а вот... Братишкин! Что, братишка? Меня убивают. А мне похуй, ты сам вперед бежишь. У меня... Ладно, у меня спасательный жилет. Он лучше, походу, чем друг. Чёрт, браток, браток. У меня только один друг, спасательный жилетик. Вперед, не беги, жди меня. А, у меня, кстати, его и нету. Блин, у меня фара в Алоне. Давай свой братую. Давай вперед, вперед. Ой, браток, слушай, у тебя что-то с ногами. Заболели ножки-то у тебя, что ли? Да я тебе понял, что у тебя было. У тебя заболели ножечки. Ну, блин, браток, тогда расступись. Я умею бегать, смотри, смотри, я умею бегать. Поздравляю. Что-то как-то ты меня плохо поздравил. А ну-ка, нормально поздравь! А? Поздравляю! Наконец-то так ходить научился! Я что-то бегать. Ой, браток, там головку высовывай. Ой, спасибо, спасибо за килл. Браток, ну, ну расступись ты про это. Все-таки инвалидам здесь не место, браток. Так что дай-ка. Кнопочные панели. Как вообще тебя на задание это взяли, браток? Я что-то не понял. Ты, кстати, не иди вперед, реально, у меня пулемет такой мощный, у меня у тебя по-моему. Так, иди туда. Ух ты, салям алейкум! Тут еще и братки! Иди к другой кнопочной панели, все, давай, зажимай. Так, сейчас. Что такое? Ну, оба игроки должны. А, ну давай. Одновременно, да. Иксик. Предметы. Ты пока заходи, я покушаю. Да ёб твою, даже перекусить времени нету. Вау, какие очки охуенные. Беспредел, беспредел. Стулья толкают. Ну, ну где же это видно, а? Блять, я тут ДДРку спиздил, браток. Ты думаешь, ученым так уж дают много на это? Ну в лифт иди, блядь. А покушай. Шоколад. Потом пожрешь, блядь, пойдем. Шоколадочка, шоколадочка. Слушай, у меня шоколадка. О, все, нормально. Я тут селфился, кстати. Да? Да, в одиночке без миссии здесь. Хуйня страдал. Я тебе, блядь, звоню. Чё, давай, типа, запишем пока, блядь. Баг этот работает. Слушай, браток, по-моему, у меня твой этот передался. Как он, этот, блин. Да, вот что как что, он называется? Что ты делаешь? Ну что как? Ты ну как он называется этот диагноз? Диагноз, можно сказать. Нормализм, блядь, я не знаю. Да нет, я почему-то тоже перестал бегать, браток. Это походу это. Давай, убивай, убивай, девка. Ну, кстати, спасибо за килл. Спасибо за килл. Ты девка, я и то так не доебывал тебя. Нихуя себе! Ладно, ладно! Хорошо, ладно. Это что за хуйня? Нихуя ты, браток-то, блядь. Что я, браток? Я прыгнул. А как? Вправо, по-моему, надо нажать, чтобы эта хуйня сама оделась как-то. У меня воздух кончается, бля. У меня тоже. Я не могу вниз делать. А, вот, могу. Плыви. А, это ебаный в рот. Сука ж. Плыви, плыви, Форест! Господи, мы сейчас еще задохнемся. А я плыву круче тебя, быстрее тебя. Смотри.
Давай так каждый раз друг другу подъебывать. Ты в курсе, что мы сейчас миссию провалим? Идите на пляж. Ты в курсе, блядь, ебаный краник, об краник нахуй зацепился. Краны тут, блядь, понаставили, суки. Да? Угу. Всем охуели, им пизды надо дать. Трубы, тут, между прочим, люди плавают. Они тут краны, блядь, понаставили. Давай, быстрее. Плыви, так, за... Плыви уже за мной. Да, дых... А, все понял, это нормально, это хуйня. Ну да, тут дыхательные аппараты, видишь? Все, я увидел. Увидел. Такое чувство, что я уже тут второй раз проплываю. Что-то... Ты. Мы, ты плыл наоборот, от океана внутрь, а тут наоборот мы плывем. Но почему-то антураж не меняется. Что ж такое? Ой, тут уже стена, походу, невидимая. А, нет. О, игроку успокоил. Так-так, не-не-не-не-не, не так слабо. А я сильнее не могу, блядь, я плыву. Сильно он не может. Мог бы отвлечься. Вот видите, вот это браток. Не может даже отвлечься. Сколько еще плыть? Я уж заебался, блядь. Очень-очень долго. Так, все, вот уже я проживаю на дне, словно Спанч Боб. Сколько нахуй можно, блядь, пиздец. Ну, все, братишка. Блядь, просто о чем поговорим? Под я первый, я первый. Ой. Я спросил, как жизнь, молодая, браток? Чё, как сам? Да нормальненько, плаваю, как ты видишь, спортсменом уже скоро заделаюсь, потому что самый первый я. А, Максимы, к сожалению, отстают. Их сколько ждать-то, а? Вперед, быстрее, нигер! Сука. Быстрее, нигер! Блин, надо допинга немного им. Вот такого, например, блядь. Такого, блядь. Ты ёбнутый, что ли? Мы почти... Ты вообще, блядь, поехав нахуй, ты... Ты вообще нахуй с мозгами не дружишь. Ты чё, блядь? Миссию с первого раза, блядь, мы цепочку, можно сказать, прошли. Нет, он, блядь, гранатомёт ебашит. Пиздец. Браток, осторожней. Браток, осторожней, кто-то с тебя стреляет? Осторожней, осторожней! Браток! Влево! Право! Слушай указания босса! Точнее, это Джей командира! Это не я! Это не я стрелял! Сука, блядь, похуй, ты когда же... меня бью тебя нахуй, блядь, заебал ты меня! Это не я! Ты как угадал-то? Блядь. Как хорошо. О, я уже это сделал. Браток пивко пьет. Давай я тоже попью. Типа все хорошо. Когда хорошо заканчивается. Вот, вот не хочешь покушать, браток? Шоколадку для тебя оставил. Браток, я могу... Только вылетите зигу и насрать тебе в рот, блядь. А я скажу спасибо. Ой, ладно, ребят. Это полная хуйня. Просто не о чем говорить, реально. Ну о чем поговорить? Кустики хорошие, браток, садись. Да, посидим, подглядываем. Подглядываем, подглядываем, браток. Ты не подглядывай, браток. Ну ладно, ладно, я как честный... Надо ракетницу-то скрыть, а потом меня сейчас падает. Я как честный парень. Ну-ка, давай замаскируемся. Где братишки? А, ну-ка, что-то они недолго там. Не знаю, что-то они долго летят, да. Ой, что-то они очень долго летят. Что-то они как-то... Видишь, да-да-да-да-да-да-да-да. Типа такие думают, блин, что-то мы их не видим на карте. Надо, надо где-то тут кружиться. Они, видимо, это... А, нихуя. Что такое? Нихуя. Что, что случилось? Пошли на карту, короче, они нас тупо... Они тупо нас не подбирают. Ну-ка, погоди-ка. Погоди, не-не-не, что, подбирают, что ли? Сигналку, ну конечно, ну конечно, браток, они нас не видят! Блин, давай я их приманю, в чем проблема-то нахуй? Ну, ну, браток, вот надо вот так приманивать, блин, сигналкой, ракеты сигнальные. Вот, 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 что за люди, я не понимаю. Все, 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 все,
вперед. Садимся, браток. Блять, пропеллер вообще сколько бьет нахуй, блядь. Ой, так это хорошо. Я этой хуйней настрадался, блядь. Садимся быстрей! Быстрей! Как во Вьетнаме, солдат! Каком нахуй Вьетнаме? Как во Вьетнаме, нахуй! Ты, блядь, даже блядь! На планах не будет. Китайцы, умочи их, нахуй, быстрей! Нет, конговцы. Блять, узкоглазые, мочи их, нахуй, они везде! Будет, после Вьетнама. Ой, блять, вот они! Они же сзади, нахуй тебя атакуют уже! Блять. Нихуя так-то это сложно. Сука, вьетконговцы, а! Как во Вьетнаме так, было! Так, да, это пиздец сложно. Браток, прости, я просто был во Вьетнаме. Охуеть. Я был во Вьетнаме, у меня просто лихорадка сейчас нахлынула. Ну знаешь, как люди приходят пиздец. Во Вьетнаме, они думают, что еще война не закончена, блять. Они нихуя не понимают. Ах, как Евгений Хуяров. Блять, нахуй! Ёбаные вьетконговцы, блять! Нормально стрелять! Да как же они! Как же своими маленькими щелками-то видят, куда стрелять, да куда нажимать на кнопульку! Братак! Я не понимаю. Охуеть. Так вон они. Просто пиздец. Стреляй. Нажми на правый сосок. Еще на соски можно во Вьетнаме. Нажми на правый сосок, блядь. Так, нажал. Ой, блять, еще лучше, понял. The Adam Did меня добавлять, бля! Какой-то знакомый братишка, Did. Да, Did. The и Did. И вот the это слово Eddie, Adam. The Eddie, да, мы понимаем, кто это. Это очень такой, браток, хороший, походу. Ладно, давай. Избежали этой участи. Браток, я, к сожалению, совсем уже поехал со своим Вьетнамом. Я же был в Вьетнаме. Ты сколько прикинь, Вьетнам? А еще меня зовут Василий. Пиздобол. Почему Василий пиздобол? Потому что я пизжу, я не был в Вьетнаме. Кому, блядь? Давай, ты мне на ушко скажи! Что сказать? На ушко скажи! Что ты там хочешь сказать нашим дорогим братишкам? Браток, давай, короче, в круговую стрелять, блядь, вот так. Ой, ну это же так весело, капец. Во Вьетнаме мы не такое делали. Мы уничтожали этими корейскими... Корейские отродья просто пачками. Мы брали... Мне кажется, сейчас мы на машинке сядем. А, нет, все, прикольно. Черт возьми, я же говорил тут... Дайте угадаю. Самому, можно сказать, главному... Братку дадут сейчас бронзу, дайте угадаю. Лучше потому тебе что... нахуй вообще на список не попал, блядь. Потому нет, что... Нет, дадут бронзу. Ой, наша дорогая Мишель, которая, ну, ты понимаешь, предала нас. Особенно Ника. Но свое она получила. Понятно, что она сучка ебучая, крыса. Так я вижу еще та сучка. А вот видишь ее телохранителя, он... Даже такие тупицы, как вы, нихуя себе, блядь. Ты че нахуй, блядь? Умные же дохуя, блядь. Мы играем в эту турнику уже 400 часов. Не в обиду тем, кто в доту играет. Погоди. От улик. Не в обиду тем, кто в доту играет, ну, блядь. 400 часов одной вещи, пиздец. Господи! Мистер Фунтик, ты что, зачем ты взял град... Ой, мудель. Да не, мне кажется, надеюсь, можно будет этот вертолет купить. Давай назад оглянемся, браток. Ну, почем денежки? Почем денежки? Ну, мы знаем. Ой, золото! О, как я рад, что тебе не платину, нахуй, блядь. За что, браток? Ты что такой злой-то, а? Да пиздец, какой злой. Ты злой? На меня, что ли, злой-то? Да пиздец, какой злой, блядь. Просто ты тупо почти за хуйне страдания получится. Еще за 11 минут надо повреждение транспорта. О, кое-что мы реально выполнили. Mm-hmm. И причем я Ваньку-то еще как болтал туда-сюда. Сам понимаешь. Ваньку, блядь. Ой, Ваньку я туда-сюда. Кстати, ребят, забыл сказать, у Игорёши есть третья рука. Он ей либо жопу почесывает, либо хуй надрачивает. Ты как угадал-то, бля? Да я тут рядом сижу, все ж видно. Третья рука. Он мутант, нахуй, такой, что ж пиздец. Он иногда бывает, может отрастить себе третье яйцо. Один раз он, короче, взял целых 50 рублей, короче, засунул их в штаны, нахуярил, пошел купил себе потом пачку дирола, блядь, пиздец. Браток, ты что курил? Один вопрос. Я, блядь, от тебя нахватался, нахуй. От меня нахватался, я такого никогда не нес. В смысле, ты сейчас последний час мне мозги выебываешь. Посмотри, как эти булочки туда. Сука, нахуй подвинься. Да, сюда. Ой. Хорошо, браток. Какая вкусная попка. Блин, да давай ближе. На PS4 как бы это было полигонально, братишка. Ой, девочка, я не хотел тебя пугать. Лучше давай развернись. Ой, молодец, умничка.
Мне интересно, я первый раз вижу, чтобы таксисты пиздел, чтобы просто вышел, блядь, стрипку. Чувак. Блядь, так и хотелось засадить ей! Уай! Муди. Как хорошо. Она еще живая. Пусть она видит психопатом, блядь. Да ты же ебнутый. 10 баксов? Да. Это все, что ты положил в трусы, блядь, Муди. Блядь. Ой, как это шикарно.